Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Evil Nun. Монахиня у нас обновилась, и сегодня мы посмотрим на эту новенькую обнову. Ну, тут, конечно же, сразу как бы видно, что к чему. Кровяка есть, показать объявление, чтобы улучшить опыт. Не знаю, что это такое. Собственно, имя можно поставить. Очень много новых кнопочек. Появился новый режим призрак. Монахиня не видит вас. Никакой мод Нулзерипа больше, в принципе, не понадобится. Монахиня не бегает. Монахиня имеет плохой слух. Монахиня начнет искать вас позже. Монахиня быстрее. Монахиня слышит все. Ваш диапазон действия меньше. Школа темнее. Ага. Ну, давайте затестим тогда сегодня... Давайте затестим сегодня ничего. Ну, в плане того, что я буду пока что играть как бы в обычном режиме. А, хотя ладно, давайте призрака возьмем, а то я еще буду 5 лет тупить, не знаю, что сделать. Так что пофигу. Выбираем новый режим призрак и смотрим, что к чему. Конечно же, что-то еще добавили в самой игре новенькое. Ух ты, какие звуки интересные. Ага, ну спасибо, спасибо, это я знаю. Теперь я немного продвинусь. Ага. Так, легко я могу ходить с помощью джойстика. Да. Может быть, мне... Может понадобится приседать? Ну, это да. Это что за обучение-то вначале? Ага. Ну, это я знаю. Ух, кровяк какая. Ужас. Просто ужас. Какая-то собачонка здесь новая появилась. Не знаю, что это такое. Новая полка. Ну, в принципе, тут пока что все так же. Куколка также сидит здесь, никого не трогает. Ну, здесь прятаться, уходить. Такой прикольный перевод, кстати, он меня забавляет. Так, здесь нельзя пройти. Здесь вот можно. Так, здесь что новенького? Ну, тут я не знаю, что новенького на самом деле. Так, ладно. Дальше что у нас? Эта дверь у нас все так же не открывается. Пароль у нас рандомный. Оу. Привет. Твои очки, да, можно снять. Ну, ты теперь тут не тупишь и не бегаешь за мной. Ключ от сейфа так легко могу забрать, типа? Мне не получается так легко за... Вау! Вы чё, дети? Как они громко кричат! Чё? Или они тут? Нет, они здесь! Да, их прям тут слышно! Нифига себе! Интересно, тут у нас что? Проводок нашел. Так, ну тут вот новая комната, она прям новая-новая. Я даже не знаю, что это. Так, что тут написано? Как вызвать зверя из подземного мира? Ага. Закрыто. О! Вау. Ага, ну это я знаю. Это я знаю. Ага, подпись какого-то чувака. Ну точнее, имя какого-то чувака. Джек Брукс. О, нифига себе развлекается. Здесь душевая. Я как-то включить что-то, активировать здесь могу? Нет, не могу. Так. Похоже, он застрял. Ага. И чё, как мне его починить? Не знаю. Что за туалет? Лол. Странно. Чё-то как-то все больно подозрительно. Так, ну эта дверь, ну, закрыта она в любом случае. Здесь тоже как бы все как и было. Ну, школа-то увеличилась, это понятно. В любом случае она достаточно большая стала. Ну и была, конечно, тоже не маленькая. Далеко не маленькая. Так, фоточки монашек этих. Угу, тут ничего нет. Здесь тоже абсолютно, тут у нас тоже чисто. Так, 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 так. Ну, давайте мы тогда этот провод заюзаем. Потому что я не знаю, что еще с ним интересного можно сделать. Еще тут есть этот, как его, проходка? Нет, проходки этой нет, для шкафчика. Так что мы поднимаемся наверх, друзья. И я активирую этот провод. Активирую этот провод, потом нажимаю на кнопку. Так, поехали. Я все активировал, ну, это как-то тут, это кровяка вот эта жесткая появилась. Ага.
Маслица? Ну, возьмем, давайте. Оно нам сейчас нужно, очень сильно нужно. Я хочу понять, что с этими детьми, что у них там произошло и так далее. Ух ты, это рука-то. Это что-то типа руки. Она что-то вообще делает, эта сумасшедшая дурында. Это жесть, конечно. Так, ну тут все пока что так же. Окей, ну погнали вниз тогда. Давайте мы сейчас активируем вот эту вот штукенцию. Блин, на самом деле я сейчас, этот, как его, немножко в афиге от этого всего обновления, может быть... Я что-то как-то себя веду так задумчиво, да, не понимаю, что вообще происходит на самом деле. Но я реально пока что в недоумении. Ну вот детишки, да? Ага. А вот как открывается вот эта вся штука? Вот не знаю я. Ага. Через несколько секунд будет отображаться объявление. Что это такое? Ну, потерянные дети, они как и были. Ну вот... Почему? Почему? Здесь тоже вышла такая табличка. Вы увидите какой-то объяв... А, вот это что такое? Ага. Похоже, он застрял. Как мне его, интересно, починить? Я вот не знаю. Ну, забился, наверное, не застрял. Просто здесь перевод... Ну, сами понимаете, разработчики, видимо, не русские. И с переводом, конечно же, пока что беда. Но я думаю, то, что с развитием игры будет и увеличиваться качество... Ой, точнее, улучшаться качество перевода. Я так думаю. Это открывается, открывается. Но что это за собачка? Я даже не знаю. А, Джек Брукс. Это же наш ник в игре. Ага. А почему тогда мы в этой комнате, а не в той, которая предназначена для нас? Вот это вот уже вопрос. И достаточно интересный вопрос. Ага, ага, ага. Значит, она нас отсюда перетащила. Тут бы было написано, допустим, Флок, если бы я выбрал свое собственное имя. Она нас отсюда перетащила куда-то туда. Заперла нас там. Что-то там с нами поделала, не знаю, кровяку везде развела. От нас ли, не от нас. Может быть, мы следующая жертва. Черт его знает. Но тут явно что-то странное. И что это за... Ага. Не знаю, что это такое. Но у нас тут открывается новый проход. Ну как, он не новый, он был раньше в игре. Но типа... Он просто открылся, да? Ну, этот у нас чувачок также остался. Угу. Вперед, орлы. Ну... Я не знаю. Я не знаю, ребята. Для чего этот унитаз странный нужен? И почему он вообще появился в другом блоке, так сказать? О! Кривошип стал каким-то золотым. Прикольно. Очень даже, скажу вам. Ладно, я потащил его. У меня еще есть и замечательная куколка. Ух ты, привет. Которая там меня вот ждет. Сейчас тоже закину все это дело. Ага, один объект есть. Это потом еще динамит мне нужно будет притащить. Что за через несколько секунд будет отображаться объявление? А, подожди. Если бы я не выключил интернет, то у меня бы постоянно была реклама. Вот оно что. Это связано с рекламой, ерунда. Я понял. Просто разработчики достаточно много рекламы в последнюю версию. Ну, не в последнюю, а вот в эту версию воткнули. Не знаю, просто, ну, они не зарабатывают, не зарабатывают вообще никак. И вот решили рекламку воткнуть, что-то типа того. Ну, ладно, но... Я таким вот хитрым способом делаю, но я сугубо для того, чтобы записать ролик. Вот, чтобы не мешала постоянная реклама. Ну а вы, ребята, если разрабы все-таки хотите поддержать каким-то образом, то это будет, наверное, самый-самый топчик. Ну и хотя там еще рекламу как-то можно отключить. Скорее всего, это тоже какой-никакой, но донат. Опа. Опа. Опа-опа-опа-па. И что это, интересно? Это там унитаз, что ли, этот прочистился? Или как? Что там произошло? Душ заработал, может быть? Ваши догадки. Давайте-ка посмотрим, что там произошло. Но это 100% связано с этим... С унитазом непонятным. Та-ра-та-ра-та-та-та. Ну, давайте смотреть, что у нас тут. Чего? Это труселя? Чьи-то трусы? Фу, здесь еще эта ерунда всплыла, всякая гадость. Серьезно? И что это, надо на монахиню как-то
надеть или что? Ты где, монаш? Вот это вот очень странно. Что за трусы вообще? Черт возьми. Я пока что прикола особо не понимаю. Кстати, вот вы заметили, немного графон-то получше стал в игрушке. Что-то там пофиксили, тут пофиксили. О, вот. Это твое? О, использовать только что можно было. Подожди, она куда-то уходит. Ну стой ты. Куда валишь-то? Она ни на что не реагирует вообще. Смотри, это чьи трусы? Твои или чьи? Я не понимаю, что с ними делать-то? Ну в лифт вряд ли их закинешь. Стойка! Вот она стоит, да, так? Да куда ты пошла? Подожди. У меня есть одна догадочка, для чего эти трусы могут быть. Черт возьми. Ну если серьезно, этот скелет, я просто прифигею. Это будет просто сумасшествие какое-то. Серьезно? Лол. А эта комната открылась? Нет, до сих пор закрыта. Здесь что-нибудь новенькое есть? Вот я не помню, конечно, какие тут головы были до этого. Ну и что получается теперь вместо вот этого вот, вместо простыни у нас будут труселя? Серьезно? А к чему такие изменения-то? Монашка, ты чё? Ку-ку, что ли? Нафига ты это сделала-то? В чем приколюха твоя, я не понял. Может быть, конечно, еще простыня и будет? Но это очень странно. Вообще, ну... К чему это? Я пока что реально не понимаю, но это может быть просто приколюха от разрабов такая. Не знаю, типа... Ух ты, тут можно на монашку так залезать. Прикольно. Так, ну, походу, либо это реально просто... Ух ты, что такое? Ломик, отлично. Просто приколюха от разработчиков. Ну, им было скучно, они решили вот такую вот тему намутить. Либо же это как-то с чем-то связано. Не знаю, только как, с чем и почему. Так, здесь я ничего не могу сделать. Весьма интересно. Ну ладно, погнали. Ну пока что что у нас из нового? Изменили вот текстурки некоторые, то есть, ну, реально под, так, подукрасили дом, так сказать. И эту школу, вот здесь вот эта вот тоже ерунда изменилась. Ну вот эти вот кровавые пятна появились новые, непонятные. Ну и вроде как вот реально в самой игре графика стала как-то помягче, что ли, поприятнее, не знаю. Ну, может быть, мне просто кажется, но по-моему все-таки изменилось. Вот, потом новые труселя, новая вот такая комнатка небольшая, там, ну, есть еще я не могу слово сказать, что за дурак, короче, там другие проходы, есть другие комнаты, вот, и там вы тоже можете походить, в принципе, посмотреть, что там есть, одна открывается, одна не открывается, есть проход, ну, в старую комнату, так сказать, ну, то есть, ох ты... А вот теперь вопрос. У нас одеяло и трусы вместе будут как-то? Интересно. Так. Это... Нет, и крылья остаются. Чё за... Нет, серьезно? Я немножко пока что недопонимаю, что вообще происходит, если честно так-то. Ну, по сути, я даже могу не собирать... Вот эту штукенцию. Либо для чего я должен собирать, я не знаю. Я пока что вот так вот оставлю. Это очень интересно. Ну ладно, давайте. Хотя нет, давайте-ка я потом. Чтобы я скрин хотя бы сделал такой красивенький. Весьма неплохо, чтобы смотрелось. Ну, чтобы эта простыня-то не мешала, а то она ведь этот, как его, уже была. И, возможно, она закроет этот, как его, труселя. Это будет тупо. И еще есть одна проблемка. Я так и не нашел этот билет пропускной, который нужен для этого. А, вот, кстати, еще вот этот вот кривошип-то новый. Тоже забыл сказать. А, билетик не нашел, который для ножниц нужен. Сейчас надо будет тоже это быстренько реализовать. Он, скорее всего, на подоконнике где-нибудь лежит. Вот, никого не трогает, валяется такой тихонько себе. Ну и что с детьми, я не знаю пока что. Может быть, какая-то пасхалка все-таки есть, а может быть, ее и нет. Черт его знает. А, подожди. Можно три любых предмета просто... А, подожди, тогда давай просто вообще не будем использовать. Нафига она нужна?
Раз можно просто три каких-то предмета. Либо это на выбор, типа простыня или труселя. Интересно. Какое-то, знаете, такое необычное решение, если честно. Надо Библию еще оттуда утащить, чтобы сразу динамит себе приготовить, все такое. Ну, понятное дело, с монахини ты не заберешь этот ключ, даже когда ты играешь в режиме призрака. Так, а дальше, да, я видел, получается? Ну, давай. Вот оно. Меня так забавляет то, что у меня выходит табличка, через несколько минут будет то-то, через несколько минут будет это, секунд, да? И у меня ничего не происходит, тупо потому что выключены нет. А, да уж, хитро я сделал на самом деле, но, ну, честно, стало, кстати, намного чаще, чем было. Да и, по-моему, вообще во время игры-то и не было толком. Не знаю, почему решили так сделать. Ну, это только их решение. Мне игра на самом деле очень нравится. То есть, как вот это вот все про... Потайная дверь? Ух ты! Какая-то секретная дверька здесь есть интересная. Но это ладно, это потом посмотрим. Может быть, тут как-то можно намутить эту дверь что-то. Нифига себе, я ее раньше даже и не видел. Интересно. Ух ты, пьедестал же ведь тоже изменили. Посмотрите-ка, как прикольно, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Это прикольно. Это реально очень прикольно, но... К чему вот реально труселя? Ну что за... Не знаю, я просто не знаю. Что тут написано? Головой козы и крыльями. Ну ладно. Так, ну я не нашел там билетик. Мы эту юрну давайте спустим тогда пока что. Ага, поехали. Надеюсь, ничего больше докидывать туда не надо. А то, ну, может быть, какое-то изменение ввели. Сейчас у меня вопрос в другом. Мне нужно найти карточку, которая, ну, видимо, не так уж и слабо заныкана. Тут что? Как вызвать зверя из подземного мира? Но я это видел уже. Так. Ну, с карточкой, наверное, будут проблемы. Объектов в лифте один. Ну, значит, там все собирается. Это ништяк. Тогда, ну, надо сейчас найти. Надо сейчас найти мне этот билет пропускной, да и все. Но вот где он? Вот это вот уже другой совсем вопрос. Так-то я... А, подождите-ка. Я вспомнил, для чего нам надо, чтобы монашка-то помолилась. У нас же вот эта комната откроется, точняк. Так, я что-то совсем про это и забыл. Может быть, здесь в ящичках как-то? Не знаю. Где, интересно, вообще-то он может быть-то? Что-то как-то его спрятали? Может быть, конечно, в каком-то очевидном месте, просто я даже не заметил. Вполне вероятно. Типа, в новеньком местечке где-нибудь. Здесь вот всплыло всякое плохое, да, ненужное мне. Так, ну тут я ничего не могу забрать, в принципе. Это открыть тоже не смогу. Вот это вот что тут за такой интересный этот? Может, как-то нет, не открывается. Но выглядит очень подозрительно, знаете. Я бы сказал, что... Выглядит так, что должно открыться 100%, но, увы. Здесь также закрыто. Ну вот, мне не нравится то, что некоторые комнаты закрыты. И, типа, ты не можешь посмотреть, что в них. Это вот фиговенько. Но они есть, как бы. Это такая интрига. Не знаю, ты думаешь, блин, что же там может быть? Да черт возьми, где этот билетик? Где эта карточка? Вот как ее найти-то, а? Непонятно. Так, подожди. Хотя, может быть, она где-нибудь здесь на краешке лежит как-то незаметно. Ну, просто такое может быть. Кстати, по-моему, вот эти значки добавили. Мужской, женский. Туалет. Ну, вроде не было. Так, здесь чисто все. Может, тут я что-то недопроверил, недосмотрел. Не знаю. Ну, и вот не видно прям, понимаете? Просто-напросто не видно. Ничего, что мне нужно. Так, этот ломик, он тут валяется, как бы я сам его и бросил. Но, блин, билет, ты где? Черт возьми. Так, тут нет тоже. Ну, блин, ну это ерунда какая-то, а. Мне эти ножницы позарез просто нужны. А интересно, может быть такое, что вот мне надо три предмета как-то найти, да? И, допустим, трусы не заменяются простыньку, простыней этой или простыня трусами. И как бы крылья там не особо нужны. Ух ты, а что там интересно у нас? Там как будто бы что-то прикольное.
Надо будет потом глянуть в этом режиме призрака, что там за картой. Так. Ну, блин, что же я еще-то не смотрел? Можно, конечно, подняться, может быть, там я что-то не доглядел. Вполне вероятно. Ну, давайте я, а то действительно только здесь наверху ищу. Что-то даже вниз... Точнее, внизу еще, а наверху даже не пытался толком. Так уж пару раз глянул. О, да, реально кривошип какой интересный, как-то это сделали покруче, да? Так торчит прикольненько. Так, ну давай. Я вот думаю то, что где-то, может быть, там между столов это все есть. Либо же... Ух ты, а тут же тоже изменили. Тут теперь так не обойдешь сбоку. Тут, типа, просто можно спрятаться, да и все. Как такая пряталка обычная. Так. Ну давайте, вот тут вот может... А, вот, серьезно, блин, как я это место не проверил, черт. Оно такое очевидно, я его даже не проверил. Ну, бывает такое. Просто я как-то так слишком ошарашен, так сказать, обновлением, и пока что я еще, ну, вникаю только во все это, что происходит, что куда. Так, ну, графон все-таки реально, как будто бы подтянули, прям, ну, это видно. Открываем. Ну, код для шкафчика, да, не билет проходной, не карточка, то как-то я неправильно говорил. Так, мы берем ножницы, сверху сейчас мы мутим этот талисман, и я забираю с него крылья. Забираю с него крылья и активирую для нашего нового, блин, какого-то дьявола, очень странного и непонятного. Это, конечно, капец. Да, отлично, талисман сброшен. Интересно, блин, кто вообще в этой школе? Нафига им нужен талисман, если у них такая сумасшедшая училка? Я не знаю даже. Я бы тут никакие талисман не делал, свалил бы с этой школы как можно быстрее, да и все. Даже бы не заморачивался. Ну чё, бабуся? Точнее, не бабуся, а монашка. Давай поднимайся наверх. Сейчас будешь смотреть на своего нового красавца. Блин, он такой смешной. Все что ли? А это можно? Это тоже можно использовать потом. Так, ну давай, тут пошумел. Ждем монашку, и надо будет сейчас посмотреть, что будет. Так. Ну давай, иди сюда. Ага, во, пришла. Молиться будешь? Давай. Куда тащишь, алло? Ух ты, какие-то звуки издает. 42-28. Запомнил, ладно. Нифига себе. Реально новые трусы такие модные. Ну, давай-ка попробую это тоже надеть. Так, подожди. 42-28. Ну все, типа, можно и то использовать. Ну, ладно, окей. Так, пароль там остается вроде как. Ну, прикольно, чё. Блин, это реально забавно очень. Теперь дьявол с трусами. Не знаю, чьи это трусы, может быть, мои, ну, моего персонажа, может быть, не знаю, самой ты сумасшедшей училки нашей. Так, 42, давай 2, 28, пэньк, отлично. Так, ну здесь нам, по сути, только бомбу активировать. Ну что делать с другими вот этими интересными плюшками? Это вопрос. Остается комната неизведанная, потом еще... Заблокированный один проход. Один вообще проход такой, знаете, интересный. Сзади шкафчика. Тоже очень странно, да? Опа. Подожди-ка, бабуся. Куда пошла? А ну-ка, стой. Эй, ты, блин, гаденыш. Стоперики. Иди сюда давай. Ага. Сейчас придешь, я тебе тут устрою веселуху. Ну? Двигай сюда быстрей. Ой, да тут уже оказывается, ну ёк-макарёк. Ага. Запускаем. Ух ты, ух ты, ух ты. Сейчас будет бдыщ. Ой, смотри-ка, реально новый интересный такой кривошип. Мне нравится, в принципе. О, да у нас эффект взрыва еще другой. Реально, эффект взрыва тоже теперь какой-то другой. Так. Вопрос теперь на миллион долларов. А где ключ? Куда он, черт возьми, улетел? Ё-моё. Ну то, что так ее скрутит, я-то точно не ожидал. Куда ключ улетел? Угу. Сейчас бы так взорвать, чтобы ключ куда-то снова за текстурки улетел.
Это моя самая любимая, конечно. Да, только я так могу. Ну, я не знаю. Я ключа лично не наблюдаю. А вот он, все нормально. Хух, он не пропал никуда. Юзаем, мастер-ключ. Ладно, давай, отдыхай. Я тебя тут закрою в своей комнате как раз таки, у тебя. Пароль вот тут этот, как его. Ух ты. Ё-моё. Это что такое было? Я тут тебя закрываю. Ах ты, иди отсюда. Блин, а тут не ведешь так-то пароль. Гадина-то это мешает. Я хотел там закрыть с неправильным паролем и все. Давай посмотрим на концовочку. Может быть и за зданием что-то изменилось. Ну, музычка убегания точно изменилась. Ну а так пока что снаружи все. Дрень в спортзале осталась. Ты сбежал из школы. И теперь, кстати, мы бежим, а не просто двигаемся. Ну и все. Назад к меню я нажимаю. И все, конец. Вот такая вот обновка была у нас прикольненькая в монахине. Какие-то труселя у нее новые появились, новая сложность, еще какие-то новые интересные прикольные фишечки. Ну а на этом все, друзья. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии со своими идеями. Сейчас будем в новом обновлении что-нибудь тестить, пытаться намутить. На этом все. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока. We'll be right back.